меня на колени к себе уложи. Шепотом, шепотом ты расскажи про добрых фей, сказочных птиц, летящих с моих ресниц. О, вот такие вот у меня песни «Караташи». Да, ну, наверное. Будем так думать. Так, про рыбок, да? Как хорошо, когда летают рыбки, в глазах прозрачных, как окошко, сапик лежит, свернувшись в валик, и видит сны. Про рыбок кошка, ла-ла-ла-ла, ла-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 ла. А рыбки спят в пруду болотном, пускают пузыри немножко. Им снится, что над ними в небе махает крыль лыжками кошка. Ведь эта клеточка меньше, чем точечка, а может вырасти в целую дочечку и превратиться в прекрасную даму, потом превратиться в любимую маму. Или же точка станет сыночком, а у сыночка появится дочка, как из одной маленькой клеточки может вырасти целая девочка. Это вот сделал авто на микро Микки Маус? Микки Маус? Картун. Да. Опус. Как могла? Опус Иксера. Опус Иксера, да. Сигура. Жемчуг, у меня нет золота, только нет.
лежит в банке денег нет.